Новая работа, принесли контроллер, эти разъемы. Контроллер очень такой крутой, тут много он программируется, как провода мощные, типа там 60 ампер, а пиковые вообще до 150 будет держать. Вот, собрал я вот такой вот разъем, XT60, но мне сказали, что надо переделать под бананы, потому что они мощнее. А разъемы я собираю очень интересно, то есть, ну, конечно, каждый штекер там в термоусадке идет, да, а потом я все это заливаю жидкими гвоздями, в смысле горячим клеем из пистолета, и обсаживаю в термоусадку. Получается вот такой вот удобный штекер, за который очень удобно держаться, он большой, объемный, ну, то есть не крохотная вот эта пимпочка, а вот такой здоровый, удобный штекер. И вот сейчас вот я буду его разбирать, потому что надо его переделать наоборот. Был он вот такой красивый, сейчас разберем, посмотрим, насколько это надежно внутри. Так, термоклей все заполняет внутри, создает такую вот, ну, приятную форму. То есть здесь она полностью гладенькая, потому что термоусадка равномерно прижимает горячий термоклей. Вот, а внутри вот так вот это, то есть сейчас пока отрываю, термоусадка вот отошла. Термоклей, его практически не видно, то есть все лишнее выдавило. Андрей, осталось ровно столько, сколько нужно. На самом деле разобрать это очень легко, просто достаточно нагреть феном и вынуть.